Всем привет! Вы снова на канале Евгений Лайф. Сегодня будем готовить вкусные тонкие блинчики на воде. Итак, приступим. Итак, пол чайной ложечки соды заливаем кипятком. Пол литрами кипятка. Таким образом кипяток сразу погасил соду. Далее я добавляю сюда 3 столовые ложки сахара. И сюда же щепотку соли. И все хорошенечко размешиваем. Даем воде остыть на пару градусов. Вбиваем сюда 2 яйца и все хорошенечко перемешиваем. Далее будем добавлять просеянную муку. В общей сложности у меня 180 грамм. Буду ее добавлять постепенно. Так вот потихоньку просеиваю. И все хорошенечко перемешиваем, чтобы не было никаких комочков. Также добавляем сюда 2 столовые ложки растительного масла. И перемешиваем. Тесто получается однородное, без комочков. Так, блины будем жарить на среднем огне, а сковородку будем смазывать растительным маслом. Вот таким вот образом смазываем сковородку. Перевернули блин и выпекаем с обратной стороны. И так делаем со всеми нашими блинами. Вот и все, дорогие друзья, наши вкусные блинчики готовы. Всех с масленицей. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк и написать комментарий. Всем приятного аппетита и пока-пока!